Привет, друзья. Вот мне друг мой написал, он говорит, сейчас очень важная тема, ну такая важная, ну давай помогать будем. Там говорит о выгорании на работе. А еще он мне сказал, ты обязательно напиши, чтобы все твои друзья, знакомые сталкивались с этой проблемой. Пусть напишут в комментах, может быть, у них самих выгорание на работе, может быть, у коллег и знакомых, и что лучше им помогало. Это очень важно, говорит. Я на самом деле очень согласен, и я очень благодарен своему другу, и привет ему передаю, привет передаю. А заодно хочу сказать, я в это время все время сталкиваюсь с тем, что очень много людей со страхами, с тревожностями, да, очень много. Я хочу сразу дать сейчас здесь несколько советов для всех. Во-первых, очень важно, чтобы вы массировали себе шею, находили точечки такие наиболее чувствительные, разминали, может быть, в центре затылка, добавляли точку ХЭГУ, потому что она контролирует эта точка, и толстый кишечник, и легкие контролируют, и ухо, и горло, и нос. Делали это 2-3 раза в день, хотя бы по несколько минут, это первое. Второе. Пушкин себе помогал, когда у него был творческий застой или напряжение, писать стихи и как. Он автописьмом занимался, рисовал женские головки, свои портретики рисовал. Значит так, точечный массаж, автописьмо. Ну просто берите, вот кладите на стол стопочку чистой бумаги, карандаш берите, и вот так вот просто, вот главное что? Пустить мысли на самотек и рисовать или писать все, что вам хочется. Просто каракули, каляка-маляка, или пишите все, что в голову приходит, ваше состояние, ваше настроение. Это же автоматический психоанализ получается. Вы как бы автоматически выговариваетесь. Следующий совет. Вы можете ходить по комнате и выговариваться языком. Да, это поточная речь, она как раз-таки инициируется врачом или психотерапевтом у своего клиента, пациента, он наводит так внимание его на больную точку, тот начинает говорить о своих проблемах, говорит безостановочно, это выговаривание и сбрасывает напряжение. Да, вот видите несколько уже советов, если у вас бывает выгорание. Да, очень важно выпустить этот пар. Да, ну давайте пишите комменты. У кого бывает это выгорание, мы там еще добавим. А завтра у нас ликбез в 20 часов. Пожалуйста, выходите в YouTube. Там будет сброшен потом еще и Zoom. Выходите в Zoom, готовьте свои устройства. Задавайте вопросы. Я буду сразу по всем вопросам давать ответы развернутые. И одновременно вы будете тренироваться, потому что на фоне раскрепощающих приемов, которые я даю, вы одновременно будете со мной там общаться. Это такая тренировка в общении, потрясающая. Быстро-быстро навыки вырабатываются. Потом с любым человеком будете естественнее, свободнее говорить. Оживляю мечтателя. Сегодня уже буду оживлять. Всех буду оживлять. Да, сейчас погода качается, уши разминайте. До встречи, друзья. До встречи.